Всем привет! Всех рад приветствовать на канале. Я поиграл и сегодня у нас The Evil Within, Малфакас, и вторая часть в формате видео. Ставьте лайки. Будем начинать играть. Играем мы на джойстике. Джойстик от PS3. Мой любимый, на котором западает стик левый. Но не в этом суть. Короче, я не знаком с серией Evil Within вообще. Не знаю, что нас ждет. Выбрал вторую часть для прохождения, потому что посмотрел ролик, и мне понравился графон. И вообще, как бы, собственно, игра, наверное, неплохая. Итак, начнем с новая игра. Так, уровень сложности. Выживание. Автоприцеливание включить. Пожар в доме. Погибли ребенок и няня. Mom and Dad. Мама и папа. Глава первая. Нет. Полымя. Нет. Этого не может быть. Итак. Господи, Лили! Ну, графон впечатляет, я вам скажу. Так, в машине нет ничего. Так. Черт. Бэм. Лили, это я! Где ты? Господи, она наверху! Да, она наверху. Так. Видно пот на лице. Да и вообще эффект огня вообще шикарен. Я бы сказал так. Офигеть. Даже Тита. Так, бежать мы пока не бегим. Если что, жду комментарий. Прохожу первый раз, не в курсе. Что произошло? Во! О, Лили! Я иду, Лили! Держись! Себастьян. Побыстрее, да? Себастьян. Я тут, Лили! Я тут! Так. Дожити. Пригнуться. Так, тут никого. Лили! Выходи! Лили! Где ты? Я пришел! Папа здесь! Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. В смысле?
Come here, come here. Нет! Джойстик весь вибрирует. Ух. Кидман? Кидман. Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, к которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне о Мёбиусе. Вот почему я пришла. Откуда у тебя это? Твоя Лили жива. Да ладно. Она погибла. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. А уж инсценировать смерть и подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лили жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь ее спасти. В каком смысле? Ага. Что вы с ней сделали? Убери от меня руки. А то я их нахуй оторву сейчас. Я надеялась, что ты пойдешь добровольно, Себастьян. А уговаривать тебя времени нет. Ты нужен нам. Ты нужен Лили. Фак, как в голливудском кино, как всегда. Бьешься с одними, тут херак себе какой-нибудь. Прилетает укол или удар. Кидман. Ты Себастьян, проснулся? Ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Значит, ее зовут Кидман. Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну, хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все. Кто такая Кидман, пацаны? Напишите в комментах. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк». Ага. Прискорбная неудача. А кто это говорит? Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний. Слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для всех. Эта машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Но для начала потребовался разум, чистый и невинный, способный вместить 1000 личностей. Чистый разум ребенка.
Лили Кастелланос. Или Лили. Вы подключили Лили к этой машине? Ваша дочь особенная. Самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство STEM начало разрушаться. Мы решили, что это технический сбой, который легко починить, и отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со STEM. Подумайте, мистер Кастелланос. Я даю вам уникальный шанс. Не просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Можете спасти или бросить умирать. Выбор за вами. Удачи, Себастьян. Если встретишь там кого-то из наших, постарайся сотрудничать. Я знаю, ты нам не веришь, но у тебя с ними общая цель. Ничего, я и сам справлюсь. Только помни, как только обнаружишь Лили, сообщи, чтобы мы начали извлечение. Я буду снаружи на связи. А кое-кто будет с тобой там, внутри. Ты готов? Кто будет внутри? От тебя многое зависит. Будь осторожен. Да. Вход в STEM через 3, 2, 1. Чёртов жестик испугал. Фух. Что-то за машина такая чудная, пацаны. Напишите в комментах. Чудная, но я как скажу, конечно. Чудо-машина, блядь. Ну, как ее назвать еще? Bethesda Softworks представляет нах. Там GameWorks Production. Ух ты, прикольно. The Evil Within 2, мафакас. Фух. Ставим лайки, пацаны. Лайки — это наше все, как говорится. Спасибо, что смотрите. Мне и самому кажется интересно. Так. Неужели? Где я? Озвучка шикарная. Побежали с Себастьянова. Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка. Наша девочка умерла. Нет, нет. Я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Так. Что за чертово место? Так Мира — это жена или как? Так, больница моя.
Алло. Какого... Класс, эффекты, конечно, бомба. Себастьян? Да. Ты слышишь меня? Кидман. А, Кидман, Кидман. Что здесь? Неважно, Себастьян. Подожди, Мия или как там, жену зовут? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Ага. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Ага. Это место называется кабинет. Безопасная зона. Безопасная зона. Кабинет. Из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний. Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Ну да. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Ни хера пока не вижу. Так, кабинет. Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Кошка? Кошкам она? О, блядь, чё глаза-то красные. Блядь. Проектор для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Слайд. Реликвия. Прежних времен до мобильных телефонов. Такие встречаются разве что на старых чердаках и антресолях. Посматривать их можно на проекторе в кабинете Себастьяна. Ну, хорошо. Так, хорошо. У нас предметы есть? Так. Целок не работает. Только есть старт. Кись. Использовать проектор. А, вот же этот. Так. Кидман, ты меня слышишь? Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Не плевать, но сказать я не могла. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ну да. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. Ты ведь не теряла семью. У меня никогда не было семьи. Были просто два человека, которые привели меня в этот мир. И я была для них обузой. Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере, у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Короче, эпох. Так. Это чё? Ага. Кошкам она. Не играйся со мной, кошкам она. Зеленый гель. Эта жижа мерзкая и обычно обнаруживается на трупах врагов. Зато она поможет усилить вашу способность. Спасибо, киса. Так, ладно, хватит раком лазить. Чашка. А шо, шо с этой кошкой делать? Противно мяукает. Терминалы позволяют сохранить достижения в любой момент. Они находятся в убежищах и кабинете Себастьяна. Себастьяна, блядь. Ну давайте, первое сохранение, пацаны. Ну... перезапишем. Ладно, новая ячейка. В смысле?
Так. С помощью рации он записывается, хорошо. Что-то тут еще. Резко двигается джойстик. Мне это не нравится. Так, это кабинет. Так. Что я хотел? Параметры. Так, вот так уже получше. Так. Ну и куда тут деваться-то с корабля? Кто подскажет, кто расскажет. Что эта кошка мяукает постоянно? Зачем мне проектор? Короче, тут ничего интересного. Так, ладно. Зеркало. Жижа. Так где же мои предметы? Не наблюдаю. А, вот, наверное. Крестиком. Не знаю. Фонарик. А где у него фонарик там? На поясе. Так, ну ладно, мы сохранились, я все понимаю. Что дальше? Здесь ничего. Поговорили с ней, дальше что? Исследовать. Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство STEM имеет форму небольшого города под названием Юнион. Отлично. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача — найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти. Глава 2. Что-то пошло не так, пацаны. Хоффман. Психология и наблюдение? Наверняка себе на уме. Юкика Хоффман, возраст 32, полуженский. Чего? Юкико? А. Основная роль, психоанализ. Вес 50 кг, рост 163, дополнительные навыки, медицинская помощь, наблюдение. Так, женщина нам помогает. Юкико. Какико Куку нам помогать будет. Чем-то другим. Так, давайте исследовать. Мешает мне, короче.
Фу, блядь. Исследовать. Сакс. Техник. Ну, хоть стрелковым оружием владеет. Программист STEM. Дополнительные навыки. Коммуникации. Владение легким стрелковым оружием. Так. Черный парень у нас. Программист. Давай дальше. О'Нил. Они не ждали неприятностей, иначе не отправили бы столько техников. Дополнительные навыки. Изготовление оборудования, логистика. Основная роль — техническая поддержка. Так, хорошо, ладно. Так, кто еще там? Харрисон. Боевые взаимодействия. Ага. Надеюсь, он может за себя постоять. Ремонт тяжелого оборудования, боевые взаимодействия. Что-то непонятно. И тот что-то непонятно. Или твоя группа, теперь я. Мы все застряли в STEM. И я не понимаю, почему нельзя всех просто вытащить из капсул и разбудить. Ну да. К сожалению, так не получится. Без ядра мы не можем работать с системой. Если попытаться вырвать людей из STEM, они умрут. А их сознание навсегда останутся в системе. Чудесно. В Мёбиусе умеют все тщательно продумать. Ну да. Твой сарказм не поможет решить наши проблемы. Тебе нужно найти Лили. В противном случае она, ты и все остальные погибнут. Охереть. Так я хоть бухал? И хуря не знал. А теперь от моей задницы зависят другие задницы. Оно мне надо? Так стоять, Себастьян. Секундочку. Так. Так, хорошо, извиняйте за паузу. Она могла все это, в принципе, мне рассказать и на брифинге. О, щит. Как в маяке. Наверное, выход. Хорошо, почему, значит. Моя память не делает обычных дверей. Значит, снова туда. В зазеркалье. Нихера себе, блядь. В зазеркалье, пацаны, идем. Так, Себастьян ходит в STEM. Кидман советует ему отыскать потерянных членов. Я не успеваю прочитать. Так. Ну, вот фу. Так вот. О, господи. Что там такое, Лили? У куклы голова оторвалась. Ничего страшного. Мама все исправит. У нее золотые руки. И золотые ноги. Мама исправляет взглядом куклу. Так, что это у нас? Себастьян, что с тобой? Так Себастьян все-таки. В порядке? У меня прекрасная семья. Чудесная жена, умница и красавица. Конечно, у меня все в порядке. Обними меня, Мира. Лили и Мира. Мира. Это жена. Ты слишком много работаешь. У тебя уже голова кругом идет. А ты не заболеваешь у меня? Вот так вот. What the fuck? Что это? Себастьян. Я вообще по адресу?
Что за... Югача, ты попался, засранец. 102. Хрен знает, что там еще написано. 102. Вильям Бейкер. Так. Что это за прикол? Шторы все-таки стрёмные, пацаны. Не, короче, туда нет смысла бегать никак. Так, ну да ладно. Открыть, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хири. Он же из поисковой группы. Бейкер. Бейкер. Офигеть. Я такого никогда не видел. Вот это его везин, мафакасы. Музо надо отключить. Это инсталляция типа. Или чё, или как это получается? Отключись ты. Блядь, капец. Беспроводные колонки. Охереть. Что я должен делать? Командир группы. Одна пуля прямо в голову. Ну и что? Да мы уже без тебя узнали. Охереть. Вот это да. Ну-ну.
садисты. Тот, кто это сделал, явно наслаждался процессом. Бейкер, командир поисковой группы. Он застыл во времени, когда его нашел. Наверное, его снимала камера, которая стояла рядом. Но как такое возможно? Перевернуть? Ага, ворочать можно предметы. Вот ты. Ага. Прикольно, качество, конечно. Поражает. Так. Это же зеркало. Капец, ну и заставочка, блин. Исследовать. Кто-то хотел перекрыть выход наружу. Или внутрь. Или наружу. Ага. Мануэла Роберто. Так. Ты тут заебешься ходить, блин. Что? Зачем пригинаться? Поздравляю вас, Искатель Правды. Спасибо, что пришли на наш тест уровень духовности. Мы с радостью приглашаем вас на следующий уровень знания. Обратитесь в ближайший Мю-центр. Предъявите это письмо и перейдите с уровня кандидата на уровень Мю-золота. Золота, да. Это письмо гарантирует вам исключительное место на следующей церемонии очищения. На обороте конверта от руки... Ложь, сплошная ложь. А ладно. Из Элиас. Так, это уже интересно. РБ удерживать, укрыться, когда показан значок. Значок укрытия, рисунок первый, отображается, когда вы оказываетесь напротив подходящего места. Так, хорошо. Перемещение в укрытие. ЛС двигаться укрытием, повернуть за угол. Когда вы рядом с углом укрытия, появится значок стрелки. Переместитесь в этом направлении с помощью ЛС, чтобы повернуть за угол. Покидая укрытие.
хорошо. Ага. Ага, значок вниз. Это значит присел. Вперед, вперед. Ну хорошо. Мысль, а что ты дебил, не перешел? Охереть. О май гад. Черт. Да ё-моё. Как это сделать, твою мать? Какое-то РБ еще надо нажимать. Блин, меня это бесит, я так не хочу. Че так все усложнять-то, а? Это еще кто? Как и тот, что из поисковой группы. Да как что тут всех перевалили, что или что? Мне не нравится управление. Вообще нолик присесть, как бы удобно. Команда управления для того, чтобы укрыться или покинуть укрытие. Ой, блядь. Ладно, потом. Так, ну а что, в чем прикол-то? Ну как по-быстрому, ладно, это сделать? Ну? Как резко? Как, допустим, если я тут прячусь? Как это резко сделать? Раз, два, не знаю, как это получается. Фонарик вообще ничего не дает. Либо тут так светло. Нифига не видно.
Я должен найти выход. Так я не понял, как это делается. Фак, стрёмно. Так. А я исследовал, нет? И чё? Ебать.
Ебать. Две. Фак, этот черт меня сфоткал. И чё теперь? Как прижаться так к стене? Ага. А, вон оно как. Подожди. Подожди, а как он это делает? Какая-то дебильная система. Зачем так все усложнять? Ну ладно. Фак, это СМИ, походу. Какого черта? Бля. Ебать. Ух ты, шо, ты 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 шо. Накрыло. Не, меня так стремануло, в принципе, процентов так на 70 точно. В Саунхилле бывало, я и побольше пугался. Ну что, пацаны, на сегодня надо закругляться. Серия заканчивается. Жду вас в следующей серии. Вот пока прохождение в формате видео. Там посмотрим, как будет дальше. Уж слишком быстро заканчивается часик. Вот. Больше нет смысла записывать серии. Что хотелось бы сказать, но я пока в шоке. Тени идеально черные, кругом все круто так сделано. У меня нет слов, я пока не понимаю, что происходит. Вот, если вы в курсе, напишите в комментах хотя бы хоть какое-нибудь предисловие. В общем, я жду от вас любых комментариев, хороших, плохих. Управление немножко неудобное. Ты глянь, меня аж дух перехватило. Управление немножко неудобное, непривычное. Может, я потом переставлю. Вот, насколько я помню, Last of Us в первой части там присесть, по-моему, нолик. А вот эта клацалка LS или RB, это фонарик. Вот, здесь немного неудобно. Ну ничего, мы потом посмотрим. Я жду ваших комментов. Жду вас в следующем видосе. Всем спасибо, кто смотрел. Я поиграл. Пойдет, я поддохнет.
Вот. Лайки обязательно, пацаны. Лайки — это наше все. А также, если есть желание, лучше еще подпишитесь на Трово. Если у нас идут стримы, значит, в принципе, мы обычно через стримы проходим игры. Вот. Есть Трово, есть YouTube. Подписывайтесь на Трово. Под вебкой светится как бы название и адрес на Трово. Нажмите кнопочку подписаться и отслеживать. Вот. Ну, просьба писать комментарии. Обязательно комментарии и лайки. Всем спасибо. Увидимся.